Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить маник при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, как вы поняли, 21 число. Сегодня день рождения моей бабушки. Ну а завтра уже день рождения будет, получается, у меня. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Я жду ваших поздравлений 22 июня. Запомните, вот просто возьмите, запомните. Заведите себе будильник, то что 22 июня у меня день рождения, можете меня как бы поздравить, мне будет 22 годика. Я надеюсь реально на вашу поддержку, на ваши поздравления. Возможно, кстати, в день рождения запущу стрим, но обещать не буду, пацаны. Возможно, запущу стрим в инстаграме, поэтому подписывайтесь на инстаграм, там точно стрим запущу. Возможно, с телефона тоже запущу стрим на ютубе, но это не точно, пацаны. Но в инстаграме, думаю, точно запущу, поэтому вся информация из описания под видео. Ах да, забыл сказать, в этой серии, получается, будет неожиданная такая покупка. Просто я решил... внезапно решил купить себе машину новую. Но что это за машина, вы сейчас посмотрите, что она себя представляет. Также я потом на нее купил номера, поэтому желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ха, пацаны, машину жду, смотрите, за 1к отдам. Чекайте, чекайте. За 1-2, говорит, отдам. Опа, давай, братан, давай. Ты что, реально? Я так мало. 2к. Выстави 1 на 1. За 1 на 1 продай. За 1 на 1. Где-то за 200 кг. Опа, а я забрал. Ха-ха-ха. Машинку забрал, просто забрал. Я давно семерку просто хотел еще. Будь он еще на десочках такая. Зараженная, зараженная. Бля, давно семерку хотел, реально. Бля, все бабки на нее потратил. Ай, жестко, жестко. Ладно, поехали. Прокатимся на ней, даже не тросик стоит. Гидравлики нету, слава богу. Кстати, я бы диски на стоковые поставил на нее. Давайте так и сделаем. Потому что на этих дисках она мне не особо нравится. Да, прикольно, но не то, что я хотел бы. Поэтому сейчас поедем, поменяем диски. Я извиняюсь, пацаны, если будет шум, потому что дождь жесткий ебашит за окном. Поэтому могут быть шумы. Потому что там реально дождик не детский, я бы сказал. Там реально, блядь, гроза, блядь, пиздец там, короче, происходит. Поэтому извиняйтесь, если будет слышно. Потому что я на это никак не могу повлиять. Так, стоковые диски здесь вот такие вот. Ну да, давайте поставим. Так, винилы. Винилы здесь стоят дорого. Можно ее просто покрасить и все, без винила. В розовый цвет, да, пиздануть ее. Я, кстати, не знаю, какой цвет. Я хотел бы цвет вишневый, наверное, вишневую. Вот вишневую хочу семерку. Это же семерка, да, семерка. Я думал, пятерка. Нет, пацаны, это семерочка. Сейчас надо будет цвет посмотреть и покрасить ее. Вот это я теперь понимаю. Машина просто пушечка, смотри, какая вишневая просто семерка. Кстати, я вот игру перестановил. Теперь у меня в игре 140 FPS. 130-140 FPS. Реально это охуенно, либо... Это помогло то, что я игру перестановил, либо это они сами сделали, типа. Там еще динамики вот сзади стоят. Вот семерка, честно, мне очень нравится в жизни, типа, ну, прикольная машина. Но с этой машины, видите, тут баг есть, то, что нит отрочит из двери. Но я думаю, это не сильно страшно, но а так, моделька реально очень хорошая, там мотор видно. Ну, типа, реально по кайфу. Я хочу ее в стоковых колесах оставить. Мне так очень нравится эта машина. Поехали, сейчас ее припаркуем, чтобы она у меня стояла возле дома. Я, конечно, на своих машинах очень редко езжу, но пусть стоит, в принципе, она мне, я думаю, мешать не будет. Надо будет сейчас еще заехать оплатить налоги на машины и на квартиру. Кстати, до сих пор у меня квартира не светила, это хорошо. Все, машину успешно припарковал. Вот такие вот здесь номера, МНР-700. Было бы неплохо с Раптора переставить номера на семерку, потому что, ну, вы сами видите, какие номера на Рапторе, они пиздатые. И они очень бы шли этой машине, типа, семерки и на семерке. Я думаю, было бы классно. Кто знает, как их можно переставить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я бы реально переставил, а на Раптор потом бы купил другие какие-то номера. Вот еще у меня на Ламбе номера стоят, ОК 3-8. Ну и еще на Мерседесе 3А627 стоят. Но самые пиздатые номера, я считаю, то, что это на Ламбе и на Рапторе. Все, пацаны, я уже нашел номера, которые я хочу купить на, получается, семерку. Номера, конечно, не очень прикольные, но я думаю, сойдет. Так, снять со счета, давайте снимем 200 тысяч, все мои деньги. Сейчас поедем, купим у него номера, они у него на Ламбе стоят, я их поставлю на семерку. Да, конечно, эти номера не особо идут в семерке, но потом я когда узнаю, как можно номера переставить, я поменяю их местами. С Раптора сниму номера и поставлю, получается, на семерку, а с семерки поставлю на Раптор. Предлагает вам
номер его машины. Так, давайте акцепт. Акцепт 1079. Все, спасибо. Все, улетает пацанчик за ДМЗЗ. В принципе, нормально, я думаю. Нихер людей бежать, ну типа, я видел то, что он просто так начал бить пацана. Он просто машину сел, начал убить. Поэтому я его посадил за ДМЗЗ, потому что, ну, здесь зеленая зона. Вот так теперь, пацаны, выглядит машинка, мне кажется, вообще по кайфу. Да, номера, конечно, не особо ей идут, но номера прикольные. Я, конечно, любитель ТТТ, но я думаю, сойдет. Потому что сложно найти номер вообще. Я вот на авторынке бегал и смотрел номера на машинах, и мне приглянулся этот номер. Я чуваку предложил 600 тысяч, он сказал, я подумаю, и потом он сказал, я продам тебе только за 700 тысяч. А я думал, то, что у меня этих денег нету, потом в банке посмотрел, у меня 200 тысяч там лежит. Ну, я с радостью купил эти номера. Номера, я думаю, неплохие. Конечно, на Рапторе номера попище стоят, но я думаю, эти тоже нормально будут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как номера переставить с машины на машину. Чтобы, допустим, я на Раптор поставил вот эти номера, а с Раптора те номера поставил сюда, на эту машину. Я не знаю, можно ли так делать. Я, конечно, смогу админа спросить, но напишите лучше вы в комментариях.